Этот. Давай же, ты же не сиськи выбираешь, а нос. Если хер, сиськи-то у меня охуенные. Да что ты там вообще решаешь? Ты же идол всех дрочеров Ютуба, идем уже. Я не спорю, но в этой игре очень трудно свой скин нормально настроить. Мы все настроили за полминуты. Это же так просто, ёп. Вот смотрю на вас и прям сразу хочу от вас детей. Девочку? С партии, главное, не режет. Да, полминуты, и прекрасный скин готов. Отличный скин, если вы на Евровидении собрались. Ну просто ощущение, что у вас родители были от одной мамы, которая прибухала. Ё-моё, здесь кабан такую кучу навалил, красота. Блин, хотела бы, но не может подойти, настраивает персонажа. Я просто нажал рандом. Странно, но я возбудилась. Еще бы, ты выглядишь потрясно. Я вду. Да, я знаю. Я думаю, нам втроем есть чем заняться без Брит. Вот это разговор. Зачем мы вообще ее ждали? Ну я до последнего ждал, что она на мужской скин переключится. Эх, вам кружевные стринги не должны. Настоящие мужики не надевают стринги. Да, не надевают друг друга. Кстати, мужская дружба.